Здравствуйте, уважаемые любители поплавочной и фидерной ловли. С вами вновь Владимир Павлищев, и вы на Дунаев Медиа. Сегодня я приехал на небольшой канал, который расположен между городом Азовом и Ростовом в селе Кулешовка, так называемый экологический парк Кемерия Парк. В этом месте я буду ловить впервые, никогда здесь не был и не ловил. И сейчас замешаю прикормку и приступлю к ловле. И, собственно говоря, вы все увидите, как это будет происходить. Сегодня буду использовать два пакета прикормки. Один из них это лещ премиум черный. И второй World Champion Turbo Feeder. Одна из прикормок имеет черный цвет, вторая светлая. И когда я смешаю эти две прикормки, черный цвет будет преобладать. Моя прикормка будет темного цвета и не будет на дне ярким пятном. Сегодня я буду ловить на небольшом канале, в котором небольшая глубина, не очень крупная рыба и чистая вода. Чтобы не пугать рыбу светлым пятном, я немножко прикормку сделаю темной. И рыба будет подходить на нее, не боясь. Если мы ловим на течении, то тогда можно использовать светлые пятна, чтобы видела рыба и приходила. Да и течка, когда она размывает светлое пятно и не делает его таким ярким, акцентированным. Здесь рыбалка немножко другая. Здесь рыба будет, наверное, немножко бояться вот этих всех светлых пятен и избегать их, будет обходить стороной. И для этого мы будем делать темную прикормку, чтобы рыба приходила непосредственно в точку ловли и не боялась. Замешал прикормку, и что у меня получилось? Прикормка, как я и говорил, стала темного цвета, и это очень хорошо. Прикормка не имеет резкого насыщенного аромата, какого-нибудь сладкого или фруктового, а у нее есть такой очень мягкий аромат шоколада и нотки копры. Думаю, такой запах не будет отпугивать рыбу, а наоборот, будет ее сейчас привлекать в чистой воде. И осторожная рыба будет приплывать на нашу прикормку. Сегодня буду использовать короткое удилище длиной 3,3 метра, на которой у меня стоит небольшая катушка, и на ней намотана монолеска. Леска дунаевская, фидер матч 0,25 диаметра. Сейчас свяжу монтаж, на который я буду ловить. Монтаж будет скользящий, предельно прост, ничего сложного в нем нету. Так, что нам понадобится? Для этого нам понадобится вертлюжок с застежкой, затем мне понадобится резиновый стопор, который я одену на основную леску. Потом сделаю скрутку из основной лески. Чуть-чуть стяну это и сделаю вот такую небольшую скруточку. Двумя руками перекручиваю леску. Чуть-чуть поплотнее, как можно плотнее эту скрутку. И небольшой длины, вот сантиметров 12-15. Делаем узел двойной. Раз. Два. Затягиваем. Затем сделаем на конце скрутки тоже небольшую петельку. Здесь можно просто одинарную. Здесь особой нагрузки на нее не будет. Все, вот такая петелька для того, чтобы продевать туда поводок. Затем обрезаем лишний кусочек лески, который нам будет мешать. Стягиваем туда отбойник до узла. Все, он дальше не пролезет. Кормушка у нас сегодня будет легкая, и она не собьет
этот отбойник на отвод. Вот, вот так вот это все будет выглядеть. Сейчас пристегну кормушечку. В данном случае возьму вот такую небольшую кормушку, 30 грамм. И получится вот такой вот аккуратный монтаж. Все. Отводик из лески, на котором будет закреплен поводок. Будет предотвращать запутывание поводка об основную леску. И скользящий монтаж. Все, все просто. Начала меня донимать плотва частыми поклевками. Приплыла на точку и сейчас активно там кормится мотыльком, который я даю ей в прикормку. Ну, прикормкой. Так как эта рыба у нас сейчас в запрете, брать я ее не буду. Ну и особо ловить ее не хочется. Сейчас буду давать прикормку опарыша. Насыпать живого опарыша. Надеюсь, плотва будет его немножко избегать, бояться. Ну и посмотрю, если такая ситуация будет продолжаться дальше, в течение получаса, может там часа, поменяю насадку на более крупную, поставлю червяка и, или опарыша. Буду ловить или на чистого червя, или на чистого опарыша, ну или на бутерброд. Если к тому времени нашу плотву не разгонит карась. Надеюсь, что все-таки приплывет карась или подлещик, более крупная рыба, и выдавит эту мелкую. Плотва тогда просто разбежится и будет стоять по краю точки, а в точке будет стоять более крупная рыба. Но это в теории, так хочется. А по факту посмотрим, что будет получаться и удастся избавиться мне от плотвы или нет. Но пока вот она прям очень активна и клюет сразу, даже на опарыша. Вот сейчас происходит поклевка, видно, что какая-то мелкая рыба объедает мотыля. Сейчас я, наверное, чуть-чуть подожду, вытащу и посмотрю на насадку, что там съедено. Если объеден мотыль, то, соответственно, это плотва была. Она обдирает мотылька, а опарыша не берет. Сейчас посмотрим, пока происходит какое-то движение поклевки. Может, это и не плотва, а что-то покрупнее. Ну, скорее всего, это плотва. Долго засиживаться не буду, буду почаще перезабрасывать, набрасывать туда прикормку опарыша. И вот сейчас посмотрим, что там было. Да, опарыш целый совершенно, его даже не тронуло, а вот мотыля объела. Сейчас опять нацепим туда мотыля, насажу три мотылька и добавлю еще одного опарыша. Такая получится объемная насадка из трех мотылей и двух опарышей. По краям опарыши и в середине мотыль. Прикормку дам опарыша. Эти белые пятнышки плотву будут пугать, настораживать. Ну и она неохотно его берет. Но карась, я думаю, откликнется на опарыша, как только он там появится. Мой злой оператор сегодня сказал, что нефиг сидеть лицом, не лицом, а затылком к зрителям. Давай переставляй фидерарм. Заставил меня переставить сейчас фидерарм, чтобы я, когда говорю, смотрел в камеру и вы видели мое лицо. Прямо.
придется вот поставить вот так. Хотя мне не очень удобно, я привык ловить, когда фидерарм у меня с левой стороны. Но что не сделаешь ради искусства и оператора Михаила. Дует ветер, прям холодно. Одену капюшон и буду сидеть в капюшоне. Нацепил опарыша, 3 штуки, и сейчас чуть-чуть по дубиню посмотрю, может, плотва уже убежала, а появилась там более-менее крупная рыба. Изначально я собирался поехать на Дон. И вчера, беседуя с тобой, Михаил, хотел поехать проверить рыбалку на Дону и одно из мест, где мы снимали, на наличие рыбы. Я слышал, что там начала ловиться рыбка и захотелось поехать туда съездить. Но Михаил внес корректировки в наши планы и сказал, что сегодня едем мы в Кемерию парк. Я, честно говоря, догадываюсь, почему он так сделал. Во-первых, это место расположено очень близко к Азову, и ему до этого места буквально каких-то 5 минут. И наверняка он схитрил и не захотел ехать со мной на Дон. Хотя, скажу честно, что вот это место очень хорошее, классная локация, есть хорошая рыба, интересная рыбалка, и находиться в таком красивом месте одно удовольствие. Как я и говорил, через какое-то время плотва закончилась, и на ее место приплыл карась. Карась учуял вкусности и сейчас приплыл на прикормку, на прикормочный стол, и разогнал всю плотву. Ну, периодически, конечно, плотва проскакивает, когда с точки отходит карась. Как я только ловлю одного, он на какое-то время разбегается. И тут же на это место приходит плотва. Вот сейчас очередной карась. Хороший карась, может даже не карась, что-то потянул, как небольшой сазанчик. Карась рыба доминирующая на прикормке, и она выдавила всю мелочь оттуда, и сейчас сам активно там кормится. Неплохой карась, ух, прям даже можно сказать, что огромный карась по сегодняшней рыбалке. Ух, это явно экземпляр под килограмм.
Это карась, всем карасям карась. Ух, какой красавец. Да, прям явно килошный. Килошный карась. Вот такой толстый, упитанный карась соблазнился на червяка с мотылем, на бутерброд из маленького кусочка червя и 4-5 мотыликов. Вот такой вот. Какой-то он не совсем правильной формы, но очень хороший крупный карась. По весу около килограмма, может даже чуть больше килограмма. Отличный карась. Это первый сегодня такой крупный экземпляр. Надеюсь, последуют и остальные. Так что карась рыба доминирующая и выдавила всю мелочь с прикормки. Сейчас там активно кормится. После приводнения кормушки она немножко отбегает. И потом возвращается назад на точку и охотно берет нашего червяка с мотылем. На опарыша он не особо хочет ловиться, но периодически я пробую опарыша, подсаживаю его в разных вариациях. Мотыль, опарыш, червяк с опарышем. Но вот самая лучшая насадка по карасю — это червяк с мотылем, ну, на сегодня. И я немножко подсыпаю мотыля в прикормку, тем самым стимулируя карася на клев. Он начинает выбирать из прикормки мотылика, ну и, соответственно, находит нашу насадку, более крупную, желанную и объемную для карася. Это очень хорошо. И насадка большая, а, как вы знаете, большому куску и рот радуется. Ну что, сейчас нацеплю опять кусочек червячка. Цепляю червяка, отрываю от него кусочек. Можно еще один добавить небольшой, как бы два мелких кусочка червяка и мотыль. Мотыль 4-5 штучек. Карасик это оценит сейчас. Вообще мне нравятся такие места, как этот канал. Они компактные, уютные. Здесь есть практически вся рыба, которая обитает в Дону. Потому что этот канал соединен с Доном, и рыба заплывает в него. Если, конечно, на входе в этот канал браконьеры не перегораживают все сетками. Ну, надеюсь, контролирующие органы это проверяют и не дают этому произойти. Thank you.
Ну вот, друзья, вот такое знакомство с этим прекрасным водоемом у нас сегодня произошло. Мне удалось наловить хорошее количество упитанных толстых карасей, густеру, красноперку и даже поймать вот такого вот бычка. Отличная, хорошая, красивая рыба. Сейчас по традиции эту рыбу отпущу назад в водоем, чтобы она жила, размножалась и обязательно в следующий раз порадовала нас своими поклевками. С вами был Владимир Павлищев, и до новых встреч на Дунаев Медиа. Всем пока!